Колл-центры больниц округа открывают отдельные телефоны горячей линии для пациентов с коронавирусной инфекцией, расширяют штат специалистов и увеличивают часы работы. В последние дни изменения в работе колл-центров произошли в больницах Ноябрьска, Новоуренгоя и Приуральского района. Накануне горячие линии с расширенными возможностями открылись в городах Лабытнанги и Губкинский. На базе платформы компании «Ростелеком», которая называется «Виртуальная автоматическая телефонная станция», развернуты 6 колл-центров в городах Ноябрьск, Новоуренгой, Салехард, Губкинский, Муравленко и Лабытнанги. И эта платформа позволяет принимать любое количество звонков, обрабатывать их, удерживать, маршрутизировать на другие номера, предоставлять голосовое сообщение какое-то в голосовое меню. Ну, в общем, в любом варианте информировать звонящего абонента о том, что ему нужно сделать и сколько времени он пробудет на линии. В Губкинском телефон горячей линии для пациентов по вопросам заболевания коронавирусной инфекцией уже принимает первые звонки. Здравствуйте, Губкинская городская больница. Меня зовут Мария. Чем я могу вам помочь? Ежедневно 3 оператора будут консультировать горожан по возникающим вопросам. Планируется, что бесплатный номер колл-центра 8 800 350 22 28 поможет разгрузить работу телефонных операторов и регистратуры. Начинает работа в тестовом режиме, но мы планируем, что человек, позвонивший в колл-центр, получит ответы на все интересующие его вопросы, касаемо результатов анализа, больничного листа, сроков выхода на работу. Отрицательным результатом мы планируем, что эта информация будет доводиться пациентам с помощью системы автоматического обзвона. По положительным результатам пациент может узнать по телефону колл-центра. Телефон колл-центра работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 7 вечера, в субботу с 8 до 2. В воскресенье с 9 до 12 часов. Напомним, вызвать врача на дом можно через регистратуру поликлиники. В Губкинском это можно сделать по телефонам 3-68-78 и 3-68-79. Также вызов можно оформить через личный кабинет электронной регистратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Янао-здрав.ру